Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это гайд по The Isle of Rima, а именно, если у вас не работает ночное зрение в игре. Собственно, на многих стримах и под видео вы постоянно меня спрашиваете, почему у меня не работает ночное зрение. Да, после выхода ночного зрения данная ошибка появилась в игре, но она очень легко исправляется. Собственно, для тех, кто не знает, ночное зрение, во-первых, нажимается на кнопку X, то есть кнопка X английской раскладки, выключаете ночное зрение. Но бывает так, что вы нажимаете на эту кнопочку и ничего не работает. Давайте объясню, как это легко и просто сделать. А как это решить, спросишь ты? Достаточно очень легко. Вам надо удалить папку config. В описании под видео я оставил специальную команду, которую тебе нужно будет ввести в поиске своего Windows. Заходим в поиск, вставляем local update data. Вот она, эта команда, папка с файлами. Проходим по ней. Далее. Здесь мы ищем нашу папочку The Isle, где у вас, собственно, установлена игра. The Isle, папка saved. И находим ту самую папку config. Просто берем и удаляем ее. Далее запускайте спокойно игру и наслаждайтесь. Скажу так, что в очень редких случаях после удаления папки config, в очень редких случаях, игра крашится. Просто проверьте целостность игровых файлов в Steam, в The Isle. Все, в принципе. Если тебе данный гайд помог, обязательно пальчик вверх, подписка на канал. До новых встреч, пока.